Начинаем с трагической новости. Сегодня утром в собственном доме с огнестрельным ранением обнаружено тело Александра Владимировича Коробейникова, известного руководителя краевых государственных и партийных органов. Предположительно, речь идет о самоубийстве. На месте работает оперативная группа. Кира Рогожина с подробностями. Мы выезжали, там машина стояла. В тихом частном секторе, практически на окраине краевого центра, в это утро необычно многолюдно. Перед домом Александра Коробейникова машины экстренных служб и Следственного комитета. Они привлекли внимание соседей. Утром 7 февраля текущего года во дворе частного домовладения в городе Ставрополь обнаружено тело проживавшего там полномочного представителя губернатора Ставропольского края с огнестрельным ранением груди. Александр Коробейников – известный руководитель краевых государственных и партийных органов. Родился в 1953 году в селе Курсавка Андроповского района. Окончил Ставропольский политехнический институт, по образованию инженер-механик. Второе высшее образование по специальности партийное советское строительство получил в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Третье – в Белгородском университете потребительской кооперации по специальности экономист. Трудовую деятельность начал в 1973 году с работы слесарем автогаража. Коробейников занимал должности полномочного представителя президента в Ставропольском крае, главного федерального инспектора по краю аппарата полномочного представителя президента в Южном федеральном округе, затем СКФО. В последние годы работал представителем губернатора в муниципальных образованиях региона. Следственный комитет России начал доследственную проверку. Предварительная версия самоубийства. Рассматриваются и другие. Выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время опрашиваются соседи, родственники и лица из круга общения погибшего. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение. Кира Рогожина, Ставропольское телевидение. Соболезнования в связи с трагическим уходом Александра Коробейникова выразил губернатор края Владимир Владимиров. В телеграмме, направленной на имя супруги Светланы Коробейниковой, глава региона отметил, что Александра Владимировича в крае знали как высокого профессионала, энергичного, деятельного и чуткого человека. Подчеркнул, что это большая потеря для всего Ставрополья.